Звезды запустили флешмоб «Я остаюсь дома ради». Джулия Робертс ради всех медицинских работников, своей семьи и невероятного 95-летнего соседа. Знаю, как молчать. Натали Портман также ради врачей и уязвимых беременных женщин. Эмма Уотсон осталась дома, надеясь уберечь бабушку и ее ровесниц. Ради мамы, у нее сахарный диабет, и тоже ради врачей, которые работают из последних сил. Флешмоб поддержали Дэвид Бекхэм, Брук Шилдс, Шэрон Стоун. 62-летняя Шэрон нашла занятие дома, рисует картины, дарит всем нам свежий букет. Ева Мендес моет окна под кубинские мотивы. Устроила уборку и Синди Кроуфорд, нашла школьный снимок, посмеялась, какой забавной была. Ничего. Прелесть. Юлия Снегирь покопалась в телефоне и нашла романтические кадры с мужем, показала и сына. Обычно скрытная, она вдруг захотела поделиться, и так все разобщены. Пожалуйста, не грустите и улыбнитесь. Екатерина Варнава полностью выполняет предписание мамы Галины. Как ты себя чувствуешь? Мама, я себя чувствую хорошо. Сижу с собакой покорно. Галина терапевт, пенсионер, но вышла на работу в московской клинике. Ты у меня просто... У меня просто отважная супервумен. Даже самые маленькие сегодня знают, как себя вести. И трехлетняя дочь Пелагеи Таисия, когда она моет руки, слышно издалека. Давайте мыть эти чертовы руки, призывает всех на карантине супермодель Белла Хадид. Дочь Джейн Биркин, Лу Дуайон, показывает всем чистые ладошки. Руки вообще ее вдохновляют, она их рисует. Сплетение рук, рукопожатие – все, от чего пока нужно отказаться.